Александр Мирнов. Мистер с победой. Победа была такой нервной, тяжелой роды. Но эта победа впервые за 3 года вывела Киевское «Динамо» в единоличный лидер. Так что поздравляем и дай Бог, чтобы с этого места вы не исчезали. Ну а теперь, извините, коллеги, извините, мистер, маленькое нелирическое отступление. Я киевлянин, в Киеве живу с 43-го года. Журналист с 52-летним стажем, я работаю, сейчас не работаю, сотрудничаю, обозреватель, заслуженный журналист Украины, обладатель золотого пера. Это все благодаря футболу я получил. Футбол впервые на этот стадион пришел в 11 лет, и с тех пор почти на каждом матче на этом стадионе, на другом. Много лет работал с микрофоном перед началом матча чемпионата Украины и не только чемпионата Украины. И всегда, обращаясь к болельщикам, я говорил: друзья, не забывайте, что без «Динамо» Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Киевские болельщики всех поколений всегда очень бережно и с любовью относились к «Динамо» и тренеров киевского «Динамо», хотя тренеров было много за все это время, были и россияне, был и белорус. И поэтому я хочу попросить у вас извинения, прощения за выходку горе-ультрасов, я бы их назвал бы другим словом, но очень неудобно, то, что они сделали на выпуске. Мистер, динамовский караван идет вперед, собаки лают. К сожалению, собак или стало много, но идите вперед и с песней к победе. Спасибо, извините, коллеги, извините, ведущие, извините, мистер, что так долго занял вас время. Спасибо. Вона присвячена конкретному матчу «Динамо» Олександрії. Я розумію, але ви би тяги стрибаєте. Спасибо. Шурик Попов, будь ласка, запитання. Потім Микола Несеня. Потім ви. Юрій Михайлович, вопрос, наверное, напрашується. Чому така велика різниця між першими 15 минутами в игре «Динамо» і останнім матчем? То це довго не відповідається. Deci, asta fi primul lucru. După care, a doua repriză, am simțit la jucători o oboseală acumulată de-a lungul acestei perioade, când 3 meciuri la echipa națională, la fiecare 3 zile meci campionat, meci de Champions League, n-au fost obișnuiți cu un astfel de ritm și acum resimtă. De aceea și jocul, repriza a doua, a fost un joc lent, nu mi-a plăcut. Dar cel mai important este că am luat 3 puncte și asta ne dă entuziasm pentru meciul de la Budapesta cu Ferencvaros. Начали очень хорошо, могли забить второй и третий гол. Слишком легко все давалось, и наши игроки эти моменты упускали, думали, что так будет и дальше. Потом расслабились, почувствовали, что легко дается игра. Потеряли легкие мячи, то, что заставило все время бежать назад. Соперник поймал кураж, почувствовал уверенность. Мы эти моменты в атаке не реализовывали. Соперник по большому счету не рассчитывал в атаке, кроме последних минут, когда пошел этот напал. Во втором тайме почувствовалась усталость у игроков, накопившихся за этот период. Много игр из-за клуба, из-за сборной. И вот эти два момента. Эти два момента я хотел обозначить. Мало времени было на восстановление. Но победа есть победа и дает нам определенные позитивные эмоции в плане подготовки.
Микола. Будьте добрі, прокоментуйте заміни, які будуть зроблені в серії. Заміни? Скибар le fac parte din pregătirea jocului, pentru că jucăm un interval atât de scurt, se programează aceste schimbări. Am scos câțiva dintre jucători care au jucat, patru jucători care au jucat în Juventus, am dat altora posibilitatea să joace acolo, după care i-am și reintrodus pentru a avea și minute jucate înainte de niciun de la Ferencvaros. Deci nu aș vrea să comentez evoluția lor. Câte o fac una dintre mai bine, altul mai puțin bine. Эти замены были запрограммированы, то есть я распределил игровое время на этих игроков, там 45 минут, кто больше, кто меньше. Кто-то вышел лучше, кто-то вышел похуже. Эти моменты я обычно обсуждаю с игроками в раздевалке. Добрый вечер, мистер. Поздравляю вас с победой и, соответственно, с выходом на первое место в чемпионате. Хотел вас спросить, когда ожидать появления в старте, ну или, по крайней мере, заявки новичков, это и Клейтона, и Беллса, и Костевича, которые были подписаны Динамо в последнем межсезонье. А также, считаете ли вы справедливым удаление Шапаренко, второго вопроса, которое в конце игры случилось? Игроков, полевых игроков. Они должны быть готовы в любой момент, в любой день выйти на замену и заменить других игроков. Если он привезет Клейтон, я знаю, как наши чела, правда, вот значит, который был экипа национал бразильян, как и Тинерет, а вы не приведите, крещет для Клейтон, для Атраме, для Атраме, а это не есть приготовиться, жаче, мечу официальный. La nivelul ăsta de agresivitate și de disponibilitate de alergare. Клейтон приехал, не игравши очень длительное время. Ему нужно было потянуться. Он прибавляет от тренировки к тренировке. Но на данный момент недостаточно. Его уровень соответствует этим тяжелым играм, которые у нас есть. În plus, nu avem nici posibilitatea să facem meciuri amicale. Atunci când am putea să le facem, să le facem în întrerupere, noi rămânem cu 5-6 jucători. Deci nu pot să-i văd pe acești jucători. Același lucru și cu Băruță, care în ultimul timp a jucat în armă, a jucat mai la echipa de tineri, care are nevoie de să se adapteze, se comportă bine în antrenamente. Vom vedea următoarele meciuri când vom găsi posibilitatea de a-i face să joace. То же самое касается Балуца, он не играл у себя в клубе, он только тренировался, и ему нужно тоже время на адаптацию. Но у нас нет игр, потому что во время паузы, когда сборную собирают, у нас остается так мало, что мы в то время даже не можем провести спарринги, чтобы посмотреть своих игроков, передать им другую речь. În condițiile în care suntem acum, pe două fronturi, lupta în campionat, lupta în Champions League, se face probabil să ne scumpis cu unor jucători noi în formație. Dar ei trebuie să aștepte momentul. În acest etap e foarte сложно, играя в таком ритме, брать на себя эту ответственность и менять многих игроков, то есть новичков ставить. Нужно все-таки время на их адаптацию. Мы сейчас начинаем в Руси, мы еще там много игроков, 25 игроков. Ситаишвили, сынки, которые нам просят и мила, ты надеюсь, ситуация макарси была на экипаж дома. Потом около 800 игроков у Овида, мы афростяма, мы прежде мечем на чемпион, сыграли игроков, он проводил кучей. Да, у нас большая группа должна была играть за дубль, но в последний момент там были тестирования.
ковид, и я побоялся накануне таких важных игр, как Лига чемпионов, отпускать игроков, чтобы не заразиться. Но сейчас есть ситуация, которая importante. Видим, что Иван трудно. Посмотрим, как мы дальше. Они все игроки нашего клуба, и все важные для меня. Как по нашему прошлому. Хорошо, прошу, не просто комментировать, что потому что, ну, арбитр era foarte aproape, putea să-l vadă sau barul. Pe semne la bar, pe semne că au exagerat, nu știu, o să văd meciul. В красной карточке не знаю, что сказать, судья был рядом, потом пошел смотреть бар, мне сложно сказать. Ну, ну, целый арбитр, для чего надо трубить за посудия бару, когда я на двух ваш. Зачем идти к бару, если он был рядом и не видел этот контакт? Мне сложно сказать. Окей. Okay. Еще два запыта? Спасибо. Спасибо.